Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Начинаю строить модель автомобиля КАМАЗ Тайфун К от фирмы Таком. И в этом видео мы будем собирать ходовую часть. Довольно хороший набор, состоит из четырех литников с верхней части корпуса, с прозрачного литника и фототравления. Очень хороший принт, все хорошо напечатано. Поэтому, друзья, можно заранее подготовить все детали и после этого приступать к сборке, как я делаю это в этом видео. Довольно все информативно, хорошо показано, и проблем со сборкой у вас не возникнет. Для работы использую клей Томея. Предварительно на дно баночки закрепил кусочки Потафикса, чтобы крепко закрепить баночку на рабочем столе, чтобы нечаянно ее не перевернуть. Заранее подготовил и зачистил детали, и теперь начинаю сборку без каких-либо проблем. Так как на модели очень хорошо выделены пазы для деталей, все становится, грубо говоря, на один щелчок, без всяких проблем. Главное внимательно смотреть в инструкцию и не перепутать нужные детали при установке их на свои места.
друзья, набор очень понравился. Все без проблем становилось на свои места. Все очень быстро собиралось. Примерно на сборку ходовой я потратил 1.5 часа. Одну половину собирал где-то 40 минут, но вторую половину было собирать намного легче, зная, куда что ставить, и собрал еще быстрее. Ходовая довольно неплохо детально показана и выполнена. Приятно было ее собирать без каких-либо проблем. Самое главное, это, конечно, было правильно и ровно стыковать данные две детали при помощи специальных небольших платформок. Также, друзья, надо было внимательно посмотреть в инструкцию, какой правильно стороной ставить детали на свои места. Поэтому, друзья, внимательно смотрим в инструкцию и правильно устанавливаем детали. После этого аккуратно стыкуем, выравниваем и примерно даем минут 5 хорошо схватиться клею и просохнуть. После этого ставим на ровную поверхность и еще минут 10 примерно даем раме высохнуть. Пока рама высыхала, собрал за кадром мосты. Мосты даны рабочими и плавятся при помощи огня, скальпеля. Я их сплавил. Но, в принципе, друзья, я думаю, это была лишняя работа, так как детали норовились разбегаться в разные стороны. Ну и конструкция сама получалась не очень крепкой. После этого дал просохнуть им и начал устанавливать на раму. Детали требуют к себе много внимания, и поэтому лучше было их собирать не на видео, а за кадром. Что надо было внимательно смотреть, что куда поставить на свои места, чтобы ровно все стало, чтобы не было никаких перекосов и неровностей. После того, как собрал ходовую, дал ей хорошо просохнуть, довольно красиво, внушительно она уже начала смотреться. И после этого начал устанавливать защиту на днище автомобиля. И опять же, все детали становились без каких-либо проблем. Все встало на свои места. Работать с данной ходовой мне очень понравилось. Никаких проблем не возникало в процессе склейки. Также все очень хорошо зачищалось, пластик довольно мягкий, хорошо обрабатывается без каких-либо проблем. Сборкой модели я, друзья, очень доволен и могу вам ее порекомендовать. За кадром собрал переднюю часть брони автомобиля. И хочу сразу, друзья, посоветовать: при сборке внимательно смотрите, куда ставить какие детали. Согласно инструкции, все хорошо написано, напечатано. Очень хороший рисунок, все детали видно. Все становится без проблем на щелчок. После того, как поставил деталь, аккуратно ее выровнял и залил клей.
Как видите, все отлично, хорошо и красиво получилось. Уже сейчас даже держу в руках модель и вижу, какая она становится красивая. Реально вот модель очень понравилась. Да и сам автомобиль мне очень симпатизирует. Примерно прикинул стыковку верхней и нижней части. Опять же, все стало на щелчок, без каких-либо щелей и проблем. На этом, друзья, видео буду заканчивать. Всех благ вам, друзья, вашим семьям. До новых встреч. Оставайтесь с нами на канале.